Спектакли на малой сцене театра юного зрителя пока не идут. В рамках федерального национального проекта «Культура» здесь запланирована масштабная реконструкция. Первоначально эти помещения должны были стать производственными мастерскими и декоративными цехами. Но вскоре появилась задумка сделать здесь еще одно театральное пространство. Силами сотрудников был создан зрительный зал, сцена и фойе. Первая проблема всех художников и режиссеров – это наши три колонны, с которыми надо все время что-то придумывать и как-то их обыгрывать. Существует система подвески декораций, так называемые штанкеты. А здесь вообще этого не предусмотрено. И как-то сам театр придумал на веревочках все это таким кустарным способом. После реконструкции на малой сцене заменят всю техническую часть. Штанкеты увеличатся и поднимутся выше. Управлять ими можно будет с режиссерского пульта. Расширится и зеркало сцены, чтобы с крайних мест зрители могли видеть, что происходит в глубине. Кроме того, появится просторная входная зона с фойе, гардеробом, зрительским лифтом, уютной зеленой зоной для ожидания на улице. Малая сцена станет доступна для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Сейчас у нас как бы основных здесь два софита, они будут увеличены количеством до 8. Это будут совершенно другие приборы, которые могут во время спектакля переправляться, менять цвет. Планируются светодиодные приборы уже современно используются. Надеемся, что они будут бесшумны. Количество штанкетов увеличится, оно будет тоже управляться специального компьютерного пульта. Будет пульт помощника режиссера, которого в принципе сейчас не существует на малой сцене. Саратовский зритель малую сцену любит и всегда раскупает. Покупает билеты на постановки. Поэтому после преобразований станет еще комфортнее для всех. Проект масштабной реконструкции окончательно утвердят к концу года. Сейчас обсуждается техническое оснащение и дизайн зрительного зала. Приступить к работам в театре планируют уже в следующем году. Нина Цапайкина, Вячеслав Соленков, Саратов 24.